Президент Беларуси сегодня вручил государственные награды представителям различных отраслей народного хозяйства. Высокую оценку получили те, кто своим трудом и талантом, инициативой и мастерством делают жизнь лучше, обеспечивая благополучие родной страны. В почетном списке 39 белорусов. Это врачи, педагоги, ученые и представители культуры и спорта. Государственных наград удостоены люди, проявившие истинный героизм, которые рисковали собой ради спасения человеческих жизней. Орденами за службу Родине и за личное мужество награждены военные. Среди них Владимир Павленко. Он отвел самолет от населенного пункта и тем самым предотвратил трагедию. Орден Франциска Скорины у представителей сферы искусства. В первых рядах и многодетные мамы. У каждой из них большая семья. Они отмечены орденом матери. Впрочем, о каждом, кто присутствует в зале, можно много и долго рассказывать. Президент подчеркнул, что в любой сфере можно достичь значительных успехов, если подходить к делу творчески. За личное мужество мы редко вручаем ордена. И слава Богу, что редко, потому что это исключительный случай в жизни любого человека, особенно военного. Вы настоящий пример военнослужащего человека. Настоящий пример служения нашему Отечеству. Человек, знаете, который не просто рискует жизнью, а сознательно на некоторое время прощается с жизнью, потому что не знает, чем закончится подобный эпизод. Это действительно герои. Особая благодарность за детишек. Нам так не хватает сегодня их, я вот об этом очень часто говорю. Дети и старики – это наш вечный приоритет. Если бы не внешние условия, мы давно были бы уже процветающим государством. И извините за нескромность, у нас есть чему поучиться. Я это говорю везде на переговорах с ведущими лидерами государств, когда они мне начинают намеком, еще что-то говорить о нашем государственном устройстве. Я говорю, дай Бог, чтобы у вас было столько демократии, потому что демократия – это прежде всего народ. Это государство, которое делает все в интересах народа. Там, где можно рожать, где можно спокойно ходить с детишками, где можно чувствовать себя защищенным, где можно достучаться до власти. Я не хочу сказать, что мы все сделали в этом направлении, но достучаться до самых высоких уровней власти в нашей стране можно. Ну а если еще прежде всего смотреть, что я сделал, а потом власть, то обязательно будешь жить нормально.